И Америка, и Канада, и Мексика, и Франция, и Бразилия, и Италия, и Испания, и так далее, и так далее. И бывшие страны Советского Союза, и Япония, Корея, Китай. Вот все абсолютно представлено. Почему действительно такой большой ажиотаж? Знаете, как специалисты в опере многих стран говорят о том, что ваш конкурс один из самых-самых-самых сейчас, потому что он открыт, потому что он чист, потому что нет никаких интриг, потому что люди чувствуют доброжелательно со стороны и жюри, и организаторов конкурса, чувствуют заботу и внимание, чувствуют отношения людей. Это важно, ведь конкурс-то мы проводим для того, чтобы люди больше познали нашу страну, познакомились с Беларусью, с нашим оперным искусством. Вот, ну, понятно, поиск молодых, одаренных талантов, а вообще те, кто приезжает к нам на конкурс, он еще чем отличается от других? Что у нас реально состоявшиеся оперные певцы уже приезжают, и абсолютное большинство из наших конкурсантов – это солисты театров, оперы и балета. Мы не называем его конкурс молодых исполнителей, как чаще всего происходит. Мы конкурс оперных певцов, и возраст у нас ограничен 36-37 годами. И более того, все туры проходят на жюри, нет никаких предварительных прослушиваний. Тот, кто подал, и тот, кто соответствует условиям этого конкурса, он, понятно, уже становится участником этого конкурса, что тоже очень важно. Первые два тура под рояль, а третий тур идет, собственно, в сопровождении симфонического оркестра, где конкурсанты поют сцены из опер текущего репертуара Большого театра вместе с нашими артистами.